Москва, 4 мая, РИА Новости. Более 1100 экономистов, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, предупредили президента и Конгресс США о возможных последствиях протекционистской политики, сообщает ТЭЛ. По мнению подписантов обращения, такие шаги руководства США, как угроза выхода из торговых соглашений и призывы к введению новых пошлин, ошибочны, и от протекционистских мер пострадает большинство отраслей экономики страны. Авторы открытого письма напомнили американским властям, что в 1930 году более 1000 экономистов также выступили с аналогичным посланием, призвав отклонить закон Смута-Хауля о росте пошлин на ряд товаров. Конгресс в 1930 году не прислушался к их совету, и за это заплатили граждане США, говорится в документе. Экономисты призвали Белый дом и Конгресс не повторять эту ошибку. Великая депрессия – один из крупнейших спадов мировой экономики, начавшийся с обвала фондовой биржи в США в октябре 1929 года. Кризис затронул большинство стран мира и продлился почти 4 года.